Сначала я хотел бы сказать, что все-таки давайте не забывать, где мы живем. Да? Мы живем в столице России. Это громадный мегаполис мирового, наверное, значения. Да? И то, что на сегодняшний день в Москве действительно трудно встретить москвичей, это правда, но это факт. И от этого нам никуда не деться. Да? Москва – это финансы, это рынок труда, это, ну и так далее, что я бы просто кто-то едет за весельем. И здесь проблема у нас с двух сторон. Конечно, миграционные власти, они, наверное, лучше знают, что делать, но мы от этих стычек не уйдем никогда, потому что, ну, есть национальности, есть национальные уклады, обычаи, и даже вот последний, шумиха по поводу стрельба на свадьбе, ну, это национальный обычай, ну, что сделать? Да, он просто противоречит нашим законам. Ну, наверное, надо каким-то образом соблюдать. Но я, допустим, понимаю, почему они на свадьбе стреляют. Это вызывает несколько всех, ну, разные эмоции, правда? Но, события, которые в Бирюлево произошли, опять же, я могу сказать именно всем гостям нашей необъятной родины, да, что ты все-таки пришел в наш дом, и со своим уставом не надо к нам соваться. Есть правила, есть законы, есть, опять же, народные обычаи. Мы всегда жили большой интернациональной семьей, я имею в виду русских. И не говоря уже о том, что вот у меня мама украинка, дедушка белорус, вот что здесь делает, да? А у брата жена еврейка. Так что здесь вот такая ситуация. Но все мы должны знать, что будь в гостях и уважай хозяев, и тогда будет мир, дружба, и не будет таких ситуаций. Но если они вдруг будут возникать, я думаю, что все должны знать, что получат достойный реальный отпор. Вот, потому что они на нашей земле, и мы ее в любом случае будем защищать, и нашу землю, и наши семьи.